Всем привет, ребята! И вы на канале Kiss Gamma Show TV. Предлагаю вашему вниманию вот такую вот красивую красочную игру «История двух сердец» и наши герои Тим и Анна. Эта игра чем-то похожа на Джима и Мэри. Ребята, эта игра должна вам очень понравиться. Она такая красивая, яркая, красочная. И даже тут у нас есть герой Воришка Боб. Видите, Воришка выглядывает. А сейчас давайте с вами посмотрим историю наших влюбленных, как они у нас встретились и познакомились. Вот наш герой Тим, он очень любил сельскую жизнь. Ему так нравилось отдыхать на природе и ухаживать за сельскими жителями и животными. А вот наша героиня Анна. Она устала от телефонов, от планшетов, села в свою розовую машинку и поехала кататься. Но тут случилась беда. Анна разбила свою розовую машину, начала реветь, плакать. Пришел Тим и начал ее успокаивать. И мы с вами на первом уровне. Вот они, наши герои и наша разбитая машина. Так же, как во всех историях про любовь, нашим влюбленным нужны колечки. Собираем колечки. Вот она, наша Анна. Так, ох, Анна нам помогла забрать колечко, и мы тоже. Что-то они у нас не поладили, дерутся. Заходи, Анна, на следующий уровень. Переходим, играем дальше. Мы сейчас с вами увидим, какие приключения ждут наших влюбленных. Вот у нас подсказка. Наша Анна, как и Мэри, может проходить в узких проходах, пригинаться. А Тим, как сильный мальчик, может брать предметы. Так, давай-ка, Тим. Ты у нас спортсмен. Анна там пока прихорашивается. Давай-ка. Даем сюда нашу солому, запрыгиваем. Так, Анна, давай-ка там не тяни. Пойдем, берем колечко. Давай-ка, давай-ка, пойдем с тобой на следующий уровень. Приключения нас ждут. Собрали все колечки, играем дальше. Взяли колечко. Так, упало на шток сена. И тут у нас подсказочка. Как мы уже знаем, наша Анна может стоять на голове у Тима. Давай-ка, Тим, подсади нашу Анну. Ей нужно перебраться вот туда. Так, Анна, давай-ка колечко. И скинешь нам сток сена. Нам нужно, чтобы наш Тим отсюда выбрался. Все, давай, скинули мы Тиму. Так, Тим, давай-ка перепрыгивай к нам. Ох, и Анна наша спрыгнула. Ай-яй-яй, немножко невезение. Нужно на нашу Анну снова перекинуть через забор, если так можно сказать. Анна, ну давай, скорее, собирайся. Нас ждет следующий уровень. Все уж, переходим на следующий уровень. И у нас тут наступила ночь. Вы только посмотрите, какая красота. Красивая, яркая, желтая луна. Уже кто-то в домике включил свет. Уже, наверное, скоро будет отдыхать. Но мы тем временем времени не теряем. Для влюбленных ночь самое время для гуляний и приключений. Давайте проходить с вами дальше. Так, как же Анна-то нам взять колечки? Ох, что это нам кнопочка дает? Так, эта кнопочка пустила нам сток сена. О, пока Тим ждал Анну. У нее там уже птенчики вывелись на голове. Ну, а вот наш Тим совсем заскучал. Взяли колечко. Еще колечко. Эх, Анна наша маловато, слабовато девочка наша. Давай-ка, Тим, твоя задача. Как бы нам тут поступить? Наша Анна категорически боится грязи. Тим, как сельский мальчишка, грязи ни капельки не боится. А вот Анна грязи у нас боится. Так, перепрыгнул наш Тим, поднимает нашу принцессу Анну. Все, Анна, молодец, перепрыгнула лужу. И что тут у нас делала скорая помощь? Давайте посмотрим, какие приключения. И мы оказались в больнице. Кому-то нужна скорая медицинская помощь. Надеюсь, не нашим героям. У нас тут какой-то злой доктор. Чем-то похож на профессора из Воришки Боба. Все, доктор, доктора мы уложили спать. Так, Тим, давай выбирайся. Что-то ты не идешь. Наверное, боишься вот этой вот жидкости зеленой.
Нам нужно как-то перекрыть эти лужи. Все, бросили мы ящик. Нам нужно будет тут пробраться. Ребята, кому понравилась эта игра, не жалейте, ставьте лайки и пишите комментарии. Мне очень интересно ваше мнение. Какая игра лучше? Тим и Анна и Джи или Джим и Мэри? Обе игры интересные, но каждая игра хороша по-своему. Так, Анна, сможете колечко взять? Давай подождем Тима. Тим у нас милый мальчишка, если ты лужу перепрыгнул, то и Тим перепрыгнет. Ну, Тим, пока ты там стоял, птички у тебя там на голове выводились, наша Анна прошла игру. Давай-ка, да-да, вот про этих птичек самых я и говорила. Давай, иди сюда, пойдем с тобой отсюда выходить. Так, что-то Тим наш отвернулся, пошли, пошли, не бойся, ты со мной, мой милый друг. Все, мы прошли этот уровень. Снова тут у нас доктор. Ой, кому-то он хочет сделать уколы. Что-то мне кажется, нехорошие у него уколы. Дожись, поспи. Так, давайте-ка, влюбленные наши, будем с вами пробираться. Какая-то у нас большая зеленая лужа. Ох, нехорошая эта жижа. Наверное, кислота. Или что-нибудь, какое-нибудь страсти-мордасти. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, что это тут у нас за страсть. Ой, снова птички у нашего Тима вывелись. Ах ты, Тим. Так, вот лифт для нашей Анны. Так, Анна положила аптечку для нашего Тима. Или ящик с медикаментами. Наш же Тим может переносить предметы. В этот раз он тоже должен помочь. Ой, как красиво блестит наше колечко. Так, Анна, залази. Ты нам тоже пригодишься. Как же мы без тебя-то будем выходить? Так, двинули мы ящик. Эх, не может пробраться наш Тим. Никак. Он мальчик. Только там нужна миниатюрная наша Анна. Так, что-то они у нас ругаются, наверное. Толкаются. Никак не могут разобраться, кому выходить. Так, Анна, давай-ка мы с тобой попробуем перепрыгнуть. И отрегулировать наш рычаг. Что-то мы не то немножко сделали. Что-то у нас неверная пошла комбинация. Так, Тим осилил перепрыгнуть. Так, Тим, ну давай, что ты? Анна и так тебе помогает. Все, пускай лифт. Все, давай, поднимаем нашу Анну. И что же нам дальше тут делать? Вижу наше колечко, но тут у нас это колечко сможет взять только наша Анна. Так, Тим, не скучай. Взяли мы наше колечко. И у нас осталось еще одно. Что-то я его тут не могу найти. Ребята, кто видит, где спряталось колечко, напишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк. Так, следующая задача твоя, Тим. Да-да, ты тут, я вижу, заскучал немножко. Давай, поднимай лифт и запрыгивай к нам. Так, у нас тут даже капельница есть, ну настоящая больничка. Прям такое впечатление, что это не история любви, а история про больничку. Так, ребятки, давайте с вами переходить в следующий уровень. Все колечки с вами взяли. И вперед за новыми приключениями выходим. Ого, и у нас тут прибавилось работки. А у нас тут с вами два доктора. Так, нам нужно, Анна, с тобой вот так пробраться. Так, Тим, перепрыгивай. Докторы так пыхтят, наверное, так и хотят кому-то поставить укол. Давно у них тут людей не было, кто бы на уколы приходил. Ах, вы доктора, доктора. Ходили бы, отдохнули, чайку попили. А вы ходите и ищете, кому бы укол сделать. Ребята, кто боится уколов, напишите в комментариях. Я, если честно, немножко боюсь уколов. Но мне кажется, наши герои тоже не исключение. И тоже боятся уколов. Так, освободили путь нашему Тиму. Так, давай-ка, все, Анна, вылази. Ой, что тут у нас никак не перепрыгнуть. Поднимаем нашу Анну. Давай, давай. Во как Тим залез на голову к Анне. Нехорошо.
И у нас осталось одно последнее колечко. Давай-ка наш Тима, помоги-ка нам. Все, Анна, пошли с тобой за новыми приключениями, и мы переходим на новый уровень. Так, продолжаем играть. Так, Докатара, что же вы тут у нас пришли? Давай-ка, Тим, пробираемся. Так, давай-ка, забираем колечко. Все, пускает наша Анна рычаги, падают наши аптечки. Ох, доктор, надо как-то подгадать, чтобы один, точнее одна аптечка, поднять один рычаг, чтобы упала на голову вот этому злому доктору. Что-то, мне кажется, он не очень хороший, не очень добрый. Так, Анна наша пока прихорашивается. Тут у нас что-то химичит. Тим. Все, подняли мы наш рычаг. Взяли аптечку. Все, доктор, держи. Так, наверное, нам нужно будет толкать этого доктора. Так, доктор, уходи, уходи. Все, сразу двоих. Вот это мы молодцы. Вот это мы герои. Прям наш Тим умничка. Силач, а Анна просто красавица. Доктор, ну успокойся, нам нужно взять вон то колечко, и мы с нашей возлюбленной Анной хотим выйти. Вы видели только что? Анна послала вам воздушный поцелуй. Разве она у нас не красавица? Классная современная девчонка. Так, доктор, как же бы нам тебя убрать? Ты нам, если честно, немножко мешаешься. Нам нужно тут тебя немножко подвинуть. Так, Анна двигает и Тима сразу. Так, Тим, давай удирать, что же мы будем делать? Нет, он весь как к нам не подходит. Наверное, он нас тоже немножко боится. Ох, этот коварный доктор. Так, Тим, не подходи к нему близко, а то он вдруг тебе сделает укол. И ты заснешь. Как же мы будем проходить-то этот уровень? Так, Анна, вся задача на тебя. Так, доктор, что ты там залип? Ну что-то никак он нам покой этот доктор не дает. Все, успокоил его наш Тим. Настоящий мужчина. Давай, Анна, не бойся. Пойдем с тобой за новыми приключениями. И у нас тут действительно новые приключения. У нас тут есть... Ребята, как вы, наверное, догадались, воришка. Чем-то даже похож на воришку Боба. И красная машина. Наверное, это машина нашей Анны. Вместо розовой разбитой, она, наверное, захотела теперь к себе красную. Так, взяли одно колечко. Но где же другие колечки спрятаны? Так, воришки, не вы ли колечки наши забрали? Ребята, кто видит колечки, ставьте лайки, пишите комментарии. Одно колечко вижу. Тим, возле него. Но где же спрятано наше третье колечко? Даже не представляю, куда же оно могло запрятаться. Все, влюбленные взяли колечко. Ой, так, Тим, пошел. Вот оно наше колечко. Ребята, кто уже написал, умнички. Вы нашли это колечко. Так, давай-ка, Анна. Теперь тут твоя задача, как хрупкая девушка. Ты с легкостью взяла это колечко. Молодцы, ребята. Отлично справились с этим заданием и забрали все три колечка. Давайте с вами переходить на новый уровень. Ага, тут у нас Анна смело может ходить, судя по картинке, по пару. А Тим категорически отказывается. Тим, что ты такой вредный? Мне кажется, вредность это черта девчонки, но не мальчишки. Уехал наш лифт куда-то. Надо нам его пустить. Толкаем, толкаем. Так, колечко одно мы взяли. Вроде все колечки на своих местах, мы их видим. И нам нужно как-то пробраться, чтобы взять. Вот воришки, какие шустрые. Что-то ходит очень быстро. И наш Тим, можно сказать, в западне. Нам бы его нужно оттуда вызволить. Спасти нашего Тиму. Двигаем, двигаем. Давай-ка, Тим. Поднимается наш Тим выше.
Воришка побежала к Тиму. Так. Что тут у нас дальше? Анна наша прихорашивается. Так, Тим, давай набирайся смелости. И будем с тобой проходить этот уровень. Пока там Анна толкает мусорный бак. Давай мы его, что ли, с тобой спустим. Ого, наш Тим его, можно сказать, немножко перекинул. Так, давай-ка, Тим, бери последнее колечко. И будем сейчас с тобой выходить. Ой, воришка, какой-то тоже недобрый. Целый мешок у него денег. И что-то он ходит туда-сюда, туда-сюда. Наверное, кого-то опасается. Так. Возлюбленные, наверное, вам придется вот так вот Анну чуть-чуть подсадить. Но нам-то мешает вот это перекрытие. То откроется, то закроется. Не получилось нам убрать воришку. Все, Анна перепрыгнула. Но без Тима нам тут снова не забраться. Тим наш настоящий мужчина принес мусорный бак. Так, Анна, подвинься. Сейчас нам нужно перепрыгнуть к тебе, чтобы тебя подсадить. Так, Анютка, давай, давай, залази, Анюта. Эх, все, сейчас у тебя получится. Молодец, Анютка. Все, Тим, и ты умничка. Ребята, ну на этом все. Давайте наберем 700 лайков. Очень красивая игра. Мне лично очень понравилась. Жду ваших комментариев по поводу этой игры. Какая игра лучше, Джим и Мэри или Тим и Анна? Пишите в комментариях. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, не забывайте писать комментарии, а также подписываться на мой канал. Выбирайте, что будете смотреть дальше. Не забывайте жмать на белый кружок с Микки Маусами и на колокольчики для получения оповещений о моих новых видео. Также скоро будет продолжение этой игры, не пропустите.